Американский путешественник погиб в страшном ДТП на трассе Кострома-Иваново. Рон МакГеррити за последние 15 лет посетил 61 страну. Путешественник передвигался на специально оборудованном швейцарском велосипеде, позволяющем ехать полулежа или лежа на спине. Иностранец ехал из Костромы. У деревни Галчаново велосипедист был сбит грузовой газелью. Водитель с места ДТП скрылся. По информации МВД, в результате поисковых мероприятий автомашина, совершившая ДТП, повлекшая гибель человека, была задержана нарядом ДПС. Водитель за рулем был пьян. Однако очевидцы в соцсетях утверждают, что «Газель» задержали свидетели аварии. Одна из иномарок буквально отправилась в погоню. Возбуждено уголовное дело.